Жители Кустанайской области больше года получают справки по-новому – посредством мобильного приложения. А все благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения и компании «Национальные информационные технологии». Мессенджер «Телеграм-бот» прижилось среди кустанайцев. Только за последний месяц мобильный помощник по получению востребованных справок скачали 6 тысяч жителей региона. Это очень удобно для тех людей, кто не может, у кого есть смартфоны. То есть там такие справочки бесплатные. Наиболее востребованы это адресная справка о несудимости. Сейчас вот для трудоустройства требуются справки с психо, нарко, тубдиспансера справочки. Также можно записаться на прием к онлайн-врачу. Все, что необходимо для получения справки – регистрация в базе мобильных граждан. Для этого необходимо привязать свои контакты к личному кабинету на портале e-gov.kz. В настоящее время через Telegram-бот можно получить 25 услуг. Можно также записаться на прием к врачу, либо вызвать врача на дом. В базе мобильных граждан надо зарегистрировать, то есть прийти в ЦОН, один раз зарегистрироваться и пользоваться данным приложением уже бессрочно. Мессенджер Telegram нужно установить на свой смартфон, к которому привязан ваш номер, и найти через поиск бот под названием e-gov.kz-бот. Чтобы запустить бот, необходимо нажать на команду «Старт» и отправить номер телефона через меню. Ранее для получения востребованных справок людям приходилось обращаться в медучреждение, где они простаивали в очередях. Сейчас это можно сделать в два клика. Диар Ахмечен, Балсо Ликенова, РТН.